Привет, земляне! Находимся мы в Самарской Луке, национальный парк, гора Верблюд, это в Жигулевских горах, Шигонский район, Шигонский, я привык так к этому Шигонскому району, какой это район, я даже не знаю, какой это район, нахрен с ним на него. Не подготовился, как не, всегда. Вообще, надо было записать. Так вот, что мы будем делать? В данный момент мы собираемся поставить кофе, попить кофе, покушать, поставить палатки и ждать всех наших друзей-альпинистов. Сегодня у нас, как бы скажем так, подготовительный день, а завтра у нас будет день памяти погибшим альпинистам. Поэтому мы здесь смотрим. Здесь будет интересно, будут на горах. На гору зайдем мы, на верблюд, потом что мы сделаем еще? По стене я полазию. Старая древняя трындливая лошадь будет лазить по стене, по скалам. Это тоже интересно, я там 5 раз сорвусь специально для камеры, 6 раз упаду головой вниз, блин, мозгов нету, но это будет нормально. Все, на этом начинаем потихонечку лагерь разбивать. Какой вход, левый, правый по барабану? Какой будет, такой. Ну, конечно, левый. Левый. Давай я еще обходить буду туда, с оврага в палатку заходить. А, логично. Это не натягиваем тогда? Нет, конечно, спотыкаться только об нее будем. Будешь ты ночью. Хотя да, убрали. Здесь кто будет спотыкаться? Никто, там ставь. Мы последние, да? Угу. Ну, хорошо тогда. А вдруг какая-нибудь сволочь пьяная пойдет? Все. Поставим. Вон там, кстати, можно в палатке будет проходить. Где? Так как мы палатку поставили, чайник завариваем и будем пить липецкий бювет. А где рюмки? Да что ж ты, а ну вот же есть половина. Ой. Женщины, вот никогда не берите женщин в поход, они постоянно косячат. Таня Николаевна сейчас в данный момент рыбу чистит. Ее достала оса. Она заставляет меня с ней подружиться. Но я не хочу. Да, ну хватит. Короче, мы продолжаем кушать. Мы отсюда еще не уходили. К нам просто приходит народ, приходит и приходит. Почему в садок не положишь большую рыбу? А, не положишь просто. Не засунется. Стратегический закон. Ну, что, не... Таня Николаевна, ты сказала, что ты сегодня прекрасная принцесса, и я тебя буду снимать. Всем привет. Всем привет. У нее голос пропал. Ну как голос пропал? Вчера песни пели. Значит, народ прибывает. И мы идем сейчас в данный момент в горы. Ай, в гору верблюд, да что ж. Идем? Это лентяйка, да. Мы идем по лентяйке. Ленивица, лентяйка, как ее только не называют. Валера гад. Сейчас мы идем по верхним стоянкам. Здесь занимаются скалолазы. Я вам покажу вот эти вот бывшие скалолазы, которые сейчас лень. Они лазят только по дну палатки. Почему? По дну Волги лазим. А, по дну Волги еще лазим. Так, прекрасные виды. Сюрно-Дривьер-Вольга. Вот, красиво ты сказал. А смотри, к баржу-то несет, блядь. Какое? Заглохло, смотри, развернула, блядь. Так она сегодня с утра здесь стоит, вообще-то так, на всякий случай. Ну, давайте, зайдем. Ух ты ж, ё-моё, как отсюда дует-то холодом. Красиво. Летом, да, прохладненько, хорошо. Да, кстати, зимой, да, здесь так более-менее нормально. Теплее, чем на улице. Костер сжигать, здесь отлично. Где здесь?
Вот же он наверху, везде, кругом. Вот, вот это вот известняк и есть. Да. Вот это камень известняк. Да. Вот здесь работали пленные немцы. И потом зэки работали здесь. Все, они заблудились там, в этой штольне. О, точно. Я сюда выпал, здесь, в рыбе, я там, там, на гитаре играю, и упал вот сюда вот. Ну, это недалеко. Вот. А он вот там упал. А Ренат, Ренат оттуда упал. Пошел посмотреть. Где самолеты садятся? Итак, это стена. Мы идем вдоль крысятника. Не знаю, почему так его назвали. Никто об этом мне не рассказывает. А это больше уже 30 с чем-то лет. Даже я об этом не знаю почему. Но назвали это крысятник. Никого здесь нету. Мы стоим все внизу. Мы тушканы, матрасники, чайники. Ну, должны были здесь стоять, но у нас господин Кожаев, блин, с ногой мается. Таня Николаевна... Здесь интересней, да. Пошли здесь. Пошли здесь. Опять тебя послать. Вот наши штольни. Наше место у костра, которое уже... Вообще, да, здесь... Идеально. Ай. Вот такая маленькая штоленка у нас. Здесь мы и зимой, и летом, и весной, и осенью бывали. Она коротенькая. Здесь забито было палатками все. Когда не погода или когда зима. Здесь было забито все. Очень красивое место, очень хорошее, очень теплое. И, кстати, когда зимой ночуешь, вот оттуда, со стороны стены, раздаются ночью стуки. Вот как ты мог тут прям на обрыве? Вот здесь вот у меня была палатка. Я выходил вот сюда всегда, да. А если слишком очень сильно бухой? А ты же... Я не пил тогда. А это ты... сейчас а я бухаю. Здесь стоял? А мне здесь больше всех нравилось. А вот это место как раз вот все ходили за водой. Около меня, да. С двумя ведрами. Кто поднял два ведра, тот молодец. Кто не поднял, тот не молодец ни хрена. Тот идет еще разочек за водой. А там далеко... Здесь немцы были после Великой Отечественной войны, работали на этой штольне, и вот это ихняя могила. Вот это уж. Ой! Опять будем. Опять есть его будем, что ли? Он большой какой. Аккуратно. Не, это маленький. Не надо. Ну давай хоть здесь, раз веревок не дают. Айда полазим. Молодец, Прошка. Дай горошка. Думала, не получится из тебя Человек-паук. А ничего так, нормально. Что-то Эля, да, поперла. Там все идут. Она вообще здесь. Да. Ну, и мы здесь пойдем тогда. Нам какая разница. А что она поднялась, а я что, блин? Рыжий, что ли? Вот и поднялись. Я без опыта и без тренировки здесь смогу. Сможешь? Да. Да. Ты же со мной живешь. Скажешь, что ты меня знаешь. Фу! И все будет нормально. Да, я Валерыча знаю, кстати. Вот. Давай. Не надо. Левую ногу подними. Ё-моё. Подожди. Вот. Пойдет?
Нет, не упадет. Видишь, я же тебе сказал, ты меня знаешь, и все нормально. Пошли дальше. Паломничество? Я тебя бросил, да? Итак, мы видим Самара, Красная Глинка, Волжский. Что еще? Ну и люди здесь. А остров? Что за остров? И остров. Остров, я не знаю, остров потопляемый. О, остров песчаный, сказали. Но он топится всегда. Они бесы, они ждут загрузки с щебнем, да. С богатыря. Совершенно дырочку с богатыря. Это кто сказал тебе? Это Степан сказал. Вот молодец человек. Звенящую снежную даль, три белых коня. Эх, три белых коня! А вон там мы стоим. Вот там. Наверное. Ну, здесь не так глубоко. Здесь все видно, все красиво. Здесь вообще идеальное место для селфи там. Мол, типа ты наверху стоишь там. Страшно якобы. Нет, нифига не страшно, все нормально. Я не могу штаны поднимать. Страшно. Короче, полазить нам не удалось. Там маршрута не было, они ходили все в связке. И там у них соревнования идут. Поэтому не дали нам маршрут. Не получилось у нас. Ну что ж, как-нибудь в следующий раз мы пройдем. Таня Николаевна, лишь бы не разбейся. Кто мне готовить? Жрать-то будет. Лишь бы не разбейся, ты прям русский такой. Да. Ты фамилию мою слышала? Где я русский-то? В котором месте-то? Пропускаем тех, которые идут наверх. Николай Иванович, наш тренер, всегда смотрит за своими учениками снизу. Ибо он тренер. Он Причем долгоиграющий. Долгоиграющий. Так, мы пошли не по тому маршруту, по которому поднимались. Здесь будет сложнее намного. Не сейчас прям. Вот. Не сейчас прям, а попозже. Таня Николаевна, я джентльмен? Да. Ты заметила? Да. Я еще молодец, я красавчик. Итак, мы спустились в распадок. Мы на верблюде все. Ай! Не айкай! Ты посмотри какой, а? Полетала зато. Ты смотри, как там дует, а? Водопад, блин, шумит. Ага. Вот это там ветрище дунул. Короче, здесь одна единственная беседка, поэтому я ее занял первый. И поэтому мы здесь стоим. Таня Николаевна какую-то бабу обнимает. Я подойду, спущусь, что это за девка. Кто это такая баба? О, я эту бабу знаю. Здравствуй. А что за мужик? Здравствуй, мужик. Вот так вот, здесь ездят еще и бабло собирают. Ну, блин, с этих, как его, с прихожан. Ой. Ну, я здесь вырос, поэтому я ничего не плачу. Да я вообще никогда ничего не плачу. Даже штрафы. Пускай они платят. Как у тебя получается? Красавчик, вообще молодец. Вот рыба у нас. Ну а мы пойдем купаться.
изумительное! Какой? Конфит. Вот все, теперь сиди за кукан. За кукан сиди двумя руками. Очень добрый. Здравствуйте, юноша. Вы топор привезли? Ох, ёб, блядь, какой ты небритый, какой ты страшный, а. Так-то был, блин, некрасив. А так еще и небритый. И на тебя три раза, тьфу. Ты топор привез? Вон тебя еще раз. Бля, морда небритая. Народ до сих пор подтягивается. Я вокруг девок или девки вокруг Свет. Меня? Он пошел. А те, кто был в горах с тобой в тот раз, и кто тогда сидел вот в этом круге, ты помнишь, по палатке снег шуршал, и мы теплом друг друга согревали, как ветер нас встречал. Тогда мы уходили к перевалу, и как туман над скалами летел, как на вершине мы стояли вместе, ты вспомнишь таких тебе людей. Когда услышишь ты вот эту песню, какое несерьезное пока, как будто прямо снова соберемся, уткнули горы в облака, а мы как будто нам смешно смеемся. А это когда взрослым делать нечего, они детей заставляют работать. Нормально все. И когда я прилечу к себе на крыльях солнца, ты смейся, смейся, и ничего не бойся. Ну и вот так выглядит утро раннее на Волге, осеннее. Так, рыбак уже сидит там какой-то. Первые лучи. Кофе. Сонная морда. Блин, я не могу руку повернуть даже. Что-то такое. Все, опять начался галдеж. Это плов ты делаешь, да? Сейчас мы кушать плов будем. Сейчас меня покормят. Это называется зирвак. А, так ты только начал, что ли? Да. Так это мне еще спать можно. Полчаса. Ой, здесь сейчас, на... сейчас вот перемешаем, и она пусть опять постоит немножко. Да не надо стоять. Надо. Кожаев жрать захотел. Сейчас перемешаем, еще немножко постоит. Что там, еще один налимчик? Один. Дорога домой? Да, на этом наше путешествие заканчивается. По Жигулевским горам. Всего вам доброго. Приезжайте к нам.